Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы находимся на временной выставке «Детский мир семьи императора Николая II», которая работает сейчас в музее-заповеднике Коломенское. Отсюда мы начинаем новую серию выпусков передачи «Хранители памяти». В музее-заповеднике Коломенское выставка, которую мы готовили несколько лет. И выставка эта называется «Детский мир семьи императора Николая II. Отма и Алексей». Отма – это соединение имен, первых букв, имен детей императора Николая II, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Алексей – это наследник император Николая II, цесаревич Алексей. Наша выставка открывается в Коломенском, в древней резиденции русских царей. И место это было любимым местом летнего пребывания сначала великих московских князей, потом русских царей. Это связано с представителями двух династий, правящих в России, Рюриковичами и Романовыми. Выставка расположена в памятнике архитектуры XVII века, Сытный двор, неподалеку от храма Вознесения Господня, который является памятником ЮНЕСКО и подворьем Святейшего Патриарха в Коломенском. Выставка рассказывает о детях семьи императора Николая II, об их рождении, занятиях, учебе, о любви родителей к детям и о любви детей к своим родителям и друг другу. Участники этой выставки – Государственный Эрмитаж, который представил замечательные мемориальные вещи императора Николая II, императрицы четверых великих княжон и цесаревича Алексея, наследника Российского престола. Это их одежда, личные вещи, игрушки. И участник этой выставки также – Государственный архив Российской Федерации, поскольку на выставке представлены фотографии императорской семьи и часто в той одежде и с теми предметами, которые экспонируются на самой выставке. Выставка также посвящена и процессу обучения и воспитания царских детей. А император, а особенно императрица Александра Федоровна, уделяли очень большое внимание воспитанию и образованию своих пятерых детей. Нам информационный центр библиотеки Ушинского, он находится в Москве, передал очень интересные предметы, книжки, по которым обучались дети в то время, в начале 20-го столетия. И именно по таким книжкам обучались и царские дети. На нашей выставке много икон. Это иконы из собрания музея-заповедника «Коломенское». Это не случайно, потому что все воспитание детей было высоко нравственным, духовным. Мы знаем, что иконы всегда присутствовали и в спальне императора и императрицы, и в комнатах их детей. И одна из наших главных задач – показать ту духовную, нравственную, высокую атмосферу, которая царила в этой семье. Наша выставка заканчивается событиями, свершившимся после революции, когда в марте 1917 года царская семья была взята под арест в Александровском дворце царского села под Петербургом, а затем в 17 же году была отправлена в Сибирь, в Тобольск. И вот здесь мы заканчиваем выставку и не рассказываем трагической истории 1918 года расстрела царской семьи. У нас детский мир, светлый мир. Заканчивается выставка вот этими событиями, когда все были вместе, и царская семья была соединена, и дух вот такой семейной любви продолжал витать в этом мире. Я думаю, что выставка будет очень интересна всем, и взрослым посетителям, и маленьким детям, потому что здесь они увидят много интересных им даже игрушек, даже одежды.
Выставка будет очень интересна людям, которые занимаются образованием, воспитанием, педагогической среде. Мы показываем много учебников, учебных ведомостей. Это будет интересно даже для сравнения. А как у нас? Потому что человек, когда смотрит выставки исторические, а эта выставка и историческая, и очень такая высокодуховная, конечно, человек сравнивает со своей жизнью. И надо помнить о том, что эта выставка рассказывает о семье людей российских, которые прославлены Русской Церковью как святые, как царственные страстотерпцы. Это очень важный момент, и мы понимаем ту глубокую печаль, которая у посетителей нашей выставки, несомненно, возникнет, понимая, как был разрушен вот этот мир любви, семьи, дружбы. Наша выставка открывается иконами. Это иконы из собрания нашего музея, музея-заповедника Коломенское. И это не случайно, потому что и император Николай II, и императрица Александра Федоровна были людьми очень набожными. Известно, что Александра Федоровна перед тем, как венчаться с императором Николаем II, наследником Российского престола, приняла православие. И стала Федоровной. Почему Федоровной? Потому что многие немецкие принцессы, которые выходили замуж за русских государей, крестившись, получали и отчество Федоровна по имени иконы Богоматери Федоровской, покровительницы дома Романовых. И на нашей выставке имеется такая икона, икона Богоматери Федоровской и многие другие богородичные образы. Богоматери Казанской, Богоматери Смоленской, конечно, Богоматери Владимирской, потому что Русь не случайно считалась уделом Пресвятой Богородицы. Особое место на нашей выставке занимает икона святителя Алексия, митрополита Московского, поскольку имя святителя Алексия получил цесаревич Алексей, долгожданный сын, пятый ребенок в семье императора Николая II и Александры Федоровны, родившийся в 1904 году. По этому поводу был издан манифест императором Николаем II, где было названо, что по законам Российской империи наследником Российского престола станет цесаревич Алексей. Святитель Алексей, митрополит Московский, конечно, сопровождал и защищал, и хранил цесаревича Алексея. Мы вспомним, что митрополит Алексей сыграл очень важную роль, напомню, жил в XIV веке, и сыграл очень важную роль в становлении российского государства и в освобождении российского государства от татаро-монгольского ига, потому что это он вдохновил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву. И здесь же представлена икона преподобного Сергия Радонежского. Святитель Алексий, митрополит Московский, был современником Сергия Радонежского. И вот эти два великих образа, двух русских святых, представлены на нашей выставке. В комнатах было очень много икон. И вот как раз создатели выставки, рассмотрев и известно, какие были иконы в личных покоях царской четы, и создавали вот этот раздел экспозиции и иконы. Вот в этой витрине у нас представлено два костюма Александры Федоровны и платья младенческие и всякие аксессуары, принадлежавшие детям последнего российского императора. Причем на этой выставке только вещи, принадлежавшие этим детям. Нету ничего такого времени, вот этого, там этого нет. Здесь только мемории, вот на этой выставке, только мемории. Причем мы старались показать некоторые мемории, которые имеют свои изображения на сохранившихся фотографиях из собрания Государственного архива. В том числе вот это платье любимого Александра Федоровна сиреневого цвета сохранилось на вот этой фотографии. Здесь оно слегка видоизменено. Вот эти крылышки, они здесь, видите, вышитые. Раньше они были просто шифоновые
это процессия, но, поверьте мне, это платье, вот оно. В нем она запечатлена на фотографиях, вернее, на фотосессии. Там несколько фотографий со старшей дочкой Ольгой и с новорожденной, вот буквально там несколько месяцев, дочкой Татьяной. Она ее там держит на руках. И вот эта фотография здесь тоже представлена. В этой витрине представлены так называемые английские детские нарядные платьица для младенцев, которых их выносили в торжественных случаях. Вот длинные такие платьица. В этой витрине мы видим вещи, принадлежавшие младенцам, скажем так, последним детям императора. Конвертик, кофточку, вязаную из оренбургской шерсти. Вполне возможно, что эту кофточку вязала Александра Федоровна, поскольку она была такой хорошей рукодельницей. Вот там носочки, которые тоже, скорее всего, вязала именно она. Распашонку. Распашонка принадлежит конкретно Анастасии Николаевне, поскольку на ней метка есть с годом, 1901 год, год рождения Анастасии Николаевны. То есть так мы это, таким образом мы можем это знать. Маленькие вот эти первые ботиночки из белой лайки. В таких ботиночках на самом деле ходили все дети императора, судя по сохранившимся фотографиям, носочки маленькие белые трикотажные. И вот подгузник и свивальник тоже такая вещь. Опять-таки из Александровского дворца царского села. Там вот в углу мы можем видеть платье Александры Федоровны, принадлежавшее ей, которое она носила в период беременности наследником цесаревичем Алексеем Николаевичем. Оно по моде того времени, как раз начало 1904 года. Дорогие телезрители, мы еще вернемся на выставку «Детский мир семьи императора Николая II», которая работает в музее-заповеднике Коломенское. А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго! До свидания!